Константин, вы сегодня провели небольшой тест-драйв, посмотрели машину. Продукт на рынке новый. В любом случае, понятно, что шерпообразных знают люди, что и как. Но и Алексея Маратовича, да, и ЗГТ, и все знают. Все здесь знают. Слияние. Но по машине все равно есть вопросы. Как рулежка, комфортно, некомфортно, шум. Значит, вот ваше впечатление в целом. Сразу забегая вперед, вопросы. Это как вот какой-нибудь вышел новый Гольф, да? Машина на рынке новая. Но Гольф знаю. Да, а чего там может быть не так? Собственно, здесь то же самое. Именитый производитель для меня лично. Уж не ручаюсь за всех, будем объективными, но именитый производитель из ЗГТ. Да, да. Собственно, Алексей Маратович, легенда при жизни. Человек, который сделал, создал столько всего. Понятно, что изменения вносились часть его идей, часть идей завода. Работал под коммерческую часть. Да, в итоге вот это сотрудничество, оно очень плодотворно, потому что есть идеи Алексея Маратовича в виде этих колес, там еще много чего. Есть идеи по комфорту, которые уже привнес завод. И получилась и легендарная проходимость, понятная проходимость, абсолютная проходимость и комфорт, которого прежде мы в такой технике не встречали. Поэтому изделие крайне интересное, я считаю, что может быть. Получился, машина заточена и под коммерческое использование, то есть ресурс позволяет ей, да, там, на все деньги дубасить, но при этом она комфортна. И штурвальное управление, и шумка, и музыка. И нету ошибочных решений каких-то, нету поиска. То есть есть машины, где ты иногда спрашиваешь, зачем это, почему так, а не хотели ли переделать. Здесь вот прямо скала. Все сделано так, как и должно быть сделано. Даже я вот когда писал итоговую речь для ролика, но улучшение там какое-то 1-2 на мой вкус. Они не обязательные. И вроде как, ну все классно. Даже что вот зеркал-то очень нет. Очень богатая комплектация, база. То есть здесь база идет, рабочий свет со всех сторон, камеры, мультимедиа, обшивочка. То есть тут машина уже, да, и то, что в базе готова уже к полной эксплуатации. Все верно. И вы сказали, что допов только на 600 тысяч. Да, это очень есть, мало это для такой техники. И, в принципе, балка, в принципе, так больше ничего не ну, надо. Просто еще придет клиент, который допов вам на 6 миллионов сюда напихает. Это ну, понятно. Вот, машина очень в рынке, но при этом какие плюсы видим мы, да? Это завод, это серийная, это поддержка, то есть это не оборудованный гараж. Да, 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 да. И надежная машина. Именитый производитель, как я и говорил, да, это прям доверие. Так что я считаю, что обязательно она должна продаваться, у нее есть все права на жизнь, и ну, сделано хорошо, добротно. Огромное количество, вот я еще раз скажу, я это уже говорил в своем видосе, это опыт. Когда смотришь на эту машину, это огромное количество опыта, который прожит на синяках, на кулаках, на разбитых лицах, уволенных людях, взятых обратно на работу, им выписана премия, они все это придумали. Эта вся история уже пройдена, нам осталось только пользоваться. И это очень круто. Спасибо большое. И вам спасибо. Всего доброго.